Новогоднее чудо постучалось в окна приюта «Бусинка». Корм для кошек и собак, наполнители для лотков и многое другое передали приюту волонтеры из Барнаула. Чем порадовали усатых и хвостатых, смотрите в нашем сюжете. Кабы не было зимы, эти коты не получили бы подарки. В преддверии Нового года они дождались своего маленького чуда. А все благодаря волонтерам. Они организовали ярмарку добра и внесли свой вклад в помощь кошкам приюта «Бусинка». Новогодние подарки собирали сразу несколько организаций. Среди них одна из языковых школ Барнаула. А также предприниматели, которые своими руками изготавливают свечи, варят шоколад и делают украшения. Это все вам. Волонтеры передали приюту корма, наполнители для лотков, консервы, лежанки и чистящие средства. В чем именно нуждаются подопечные, узнавали заранее. Признаются, миссия ответственная, и подойти здесь важно с душой. Во-первых, это воспитывает милосердие в людях. Мы, детская организация, должны показывать на своем примере. И захотелось придать это огласке, потому что пример, он заразителен. Мы надеемся, что на нас посмотрят, и кто-то тоже захочет сделать что-то подобное. В приюте «Бусинка» содержится более 650 кошек и 113 собак. Всем им нужна забота, тепло и регулярное питание. Поэтому такие подарки в приюте очень ценят. Здесь ни одна пачка корма не бывает лишней. Вещи, которые привозят, они актуальны всегда. Это корма, наполнители, какие-то бытовые нужды, бытовая химия, лежанки, когтеточки. То есть это у нас всегда пользуется спросом. Волонтеры из языковой школы помогают «Бусинке» впервые. О том, что животным нужна помощь, узнали из социальных сетей. Там же нашли и желающих помочь кошкам и собакам. Отныне такие ярмарки станут доброй традицией. Помогать планируют не только «Бусинке», но и другим приютам, а также привлекать все больше волонтеров. Елена Самарина, Дарья Эндерс, Денис Кузьменко. Новости.